все. Можно запретить ему печататься в прессе. Но ограничить свободу, которая находится в душе, наверное, нельзя. Это знает каждый из нас, каждый, кто находится сегодня на этой площади. Каждый, кто вышел для того, чтобы поддержать Юрия Луценко и поддержать всех людей, которые невинно находятся в тюрьме. Всех политзаключенных Украины. И это свобода, которая находится у нас в душе, рано или поздно выплеснется наружу. И олигархи, которые пришли к власти, окружили себя заборами, должны понимать, что они живут отдельно от народа. Народ живет сам по себе, правительство само по себе. Рано или поздно эта ситуация разрешится. Берегите свою свободу, берегите свою душу. С праздником вас!